это осуждаю и буду осуждать, потому что я это осуждаю. Осуждаю, осуждаю, осуждаю. Пожалуйста, выходим, выходим. Не надо стесняться, стеснение вообще ни к чему, все свои. Пожалуйста. Ну, могу рэп зачитать. Давай, рэп, повесили. Ехал грека через реку, ведь река в реке рэпом. Говорит, а не рэпе, рэпу в туалет. Дядя Вага Пет, твердите греку букву Р. Не рэпер, а ТТР, а рэп ДССР. Бан, нахуй. Выйди, пожалуйста, со сцены, не мешай здесь. Хотят пулей. Здравствуйте. Эти суки хотят пулей. Здравствуйте, дедушка. Ты к нам сегодня чем пожаловал на сцену? А я коврик, ты меня не помнишь? Не, помню, помню, я стоял на тебе. Выходи, то, что ты сказал на сцену. Что делаешь? Ты видишь, я волк. И что? Ты видишь, я волк. Ну, молчу. Ну, я на сцене не выступаю. А где выступаешь? В цирке? А я не выступаю в цирке, нигде не выступаю, я волк. А, то есть я хуй ты сам пришел сюда, родной. Смотреть на вас. Колорбин на сцену, пожалуйста. Вот сюда занимайте место, на коврик становимся. Привет, привет. Меня слышно, Ишачок? Алло, здравствуйте. Кого обращаемся? Добрый вечер. Пожалуйста, на коврик становимся, вот сюда. Смирно, нет, боец. Это уважаемый человек, я не буду. Я понял, с чем пожаловал? Стих, стих. Очень интересный, очень концептуальный. Ага, пожалуйста. Ребят, напомните номер. Подходит пена к ду... Понял, бан. Бан, бан, бан. Бан Ишачка. Да подожди, ты еще не договорил. Давай, давай, все. Бан. Ты дослушай, там концепция. Подходит пена к дому и видит, свет горит. Ага. Заходит он в квартиру, а там рокер стоит. Раля кричит и сонет, кричит день напролет, а пена просто смотрит, как рокер сперму льет. Я понял, не нахуй тебя. Спасибо. Бан. До свидания. Иди отсюда. Да, пошел со сцены. Пошел вон отсюда. Эй, салага! Чувствуешь себя прирожденным снайпером или отменным пехотинцем? Добро пожаловать в Pre-Fire Battle на Epic Drop. Вот тебе инструкция, как получить нож, юнец. Пункт первый. Переходишь по ссылке снизу и авторизируешься. Пункт второй. Выбираешь сторону, ближний или дальний бой. Ну и третий пункт. Выигрываешь и забираешь скины. Играть в Pre-Fire Battle на Epic Drop можно бесплатно раз в час. Даже на твоем мобильнике. Не расстраивайся, если после первого выигрыша не золотишься. Ведь каждая победа копится в этот счетчик с бесплатными кейсами. Играй каждый день и точно получишь свое. Ссылку я оставил снизу. Ставь видео на паузу и играй. Это приказ. Так, сейчас будут зачитаны анекдоты. О, вот это другое дело. Милицию переименовали в полицию. Медики взволнованы. Понял. Понял, дальше. Так, далее, далее идет про, про Штирлиц анекдот. Есть. Одобряете? Ну да. Осуждаю. Так, Штирлиц шел по улице и вдруг услышал сзади шум мотора. Не трамвай объедет, подумал Штирлиц. Не Штирлиц отойдет, подумал трамвай. Я понял, дальше. Смеяться или похуй? Ну, это про Штирлица здесь как бы надо. Ага. Ладно, дальше давай, все. Так, дальше простирается, тут тоже надо. Пожалуйста, давай. В дверь постучали. Уберите, человек подумал Штирлиц. Так, значит, заново. В дверь постучали. Человек подумал Штирлиц. Не догадался, подумала одноногая сороконожка. Смеяться же, да, правильно? Да-да-да, это подсудится, да. Жгёшь, давай, пожалуйста, давай дальше. Что смешного? Штирлиц бил слепую. Слепая отбивалась как могла, а ведь могла бы. А ведь могла, был парень крепкий и служил в десанте. Дальше. Не, я не пойму, вы смеетесь надо мной или не, над анекдотом? Анекдот, анекдот смешной. Все вместе. Мазаж. Ну это же про Штирлица, правильно. Это как мазобойня, смешно.
Тут еще получается про вслепую. И про Штирлица. То есть тут нужно, ну, сильно смеяться очень. Ага, хорошо. Так, товарищи, пожалуйста, пожалуйста, смеемся все. Так, приготовились. Штирлиц. Штирлиц выстрелил вслепую. Че, беда? Испугалась. Сухачи, бежал. Ну, качки быстро отстали. Смеяться тоже. Значит, я пришел с песней. Такой небольшой. Небольшой, ну хорошо, ладно. Осуждаю. Я не понял нихуя. Итак, муж с женой занимаются контрабандой животных. Ага. Собираются переправиться, значит, через границу. Муж говорит жене, значит так, змей положишь в шляпу, черепах в лифчик засунешь, а скунса в трусы. Жена говорит, а как же запах? Муж говорит, ну, сдохнет, так сдохнет. Я понял, да, типа, пизда воняет. Ну, да, да. Ты же с Ломочкой знаком, ты знаешь, как это бывает. Браво. Да, это шо? У тебя маска чуть-чуть. Все нормально. Че за хуйня? Короче, слушай, дед, тебе анекдот, думаю, знаком будет с твоим семейным, ну, семейным положением. Ну ладно, я помолчу. В общем, купил я, значит, ну, встречаются два богатых мужика в ресторане, один говорит, короче, вот купил жене бриллиантовые сережки, а она молчит целую неделю. Мужик говорит, а что она молчит-то? Бриллиантовые сережки же. Он говорит, а, ну это мое условие было. Что, смеяться будем? Нет, что-то не смеется никто. Не смешно. Я понял. Фейк, фейк! Ты с чем к нам сегодня пожаловал? Привет, Зая. Здравствуй, я стишок хочу рассказать. Ну давай. На кухню идет. Капли дождя по мостовой. Ты теперь не моя, я теперь не твой. Ты не со мной играешь эту роль. Боль в груди моей, сердце чаще бьется. Да что теперь мне остается? Мысли о тебе тревожат мою душу. Хочу жить свою войти в покой наружу. Наружу чувства, в сердце боль. Подожди, постой. Зайка. Лучше, зайка. Лучше, заюша. Ну что, как со смыслом? Нет, как обычно. Шел однажды вдоль железной дороги, и вдруг вижу, поезд сбивает черного парня. Вот такой стою, думаю, типа, первая мысль, да, какая обычно возникает. Мог же я быть на этом месте? Типа, как хорошо, что не был на этом месте. Да иди ты! Ну, в итоге, в следующий день устроился машинистом на это, если, типа... Блин. Анекдот. Моя девушка порвала со мной, и я забрал ее кресло-каталку. Угадайте, кто приполз ко мне на коленях? Попал мужик в ад, в общем, видит перед ним три двери, а вот, заглянул в одну, в первую, там мужики на сковородке жарятся, ну, думают, да не, ну, типа, не по мне такое. Короче, заглянул во вторую, там, получается, под ногти илы загоняют, подумал, не, ну, вообще не то. Заглянул в третью, там мужики по колено в говне стоят, сигареты курят. Думает, о, неплохо. В общем, заходит в эту дверь, получается. Давай, закуривает, курит, как бы. Тут заходит демон и говорит, как бы, все, докурили, доедаем говно. Это хорошо было, на самом деле. Не думай, что хорошо. Да, мне понравилось, реально. Так, все, погнали. Тишина, пожалуйста. Как танцевать сейчас? О, ты не со мной, играешь эту роль. Боль в груди моей, сердце чаще бьется. Я теперь без тебя, да что мне остается? Мысли о тебе тревожат мою душу. Хочу жизнь твою войти и покой нарушить. Наружу чувство, в сердце боль. Подожди, постой. О, да, моя бэйби. Пусть пройдет дожди наши с тобой чувства. Пора, да. Как люблю, мне нечего сказать, не хочу тебе.
танцуй с губ. Хороша. Нормально, братишка. Пока он в КС играет спокойно, Сильвера там себе поднимает. Ралю Рокер тянет достойно и сильно ее удовлетворяет. Зато Пена киберспортсмен и думает, что в КС он сияет. А Рокер для него потлатый шатен, который его женщину лишь охраняет. Спасибо. Чела косит. Пожалуйста. Была как-то одна пара. Очень любили друг друга, не получалось у них сделать детей. Поехали они в больницу к врачу. Рассказали свою проблему, там то-то. Он ему сказал, что помочь не может. Сказал, посоветовал одного знахаря в одной деревне. Ну, поехали они к этому знахарю. Заходят, рассказывают свою проблему. Знаешь, он ему говорит? Что? Мужики, вы чё? Я не... Это кто пришёл? На лестнице это кто? Не понял. Ну и ладно, понял. Ну, я, конечно. Ну, спасибо. Да, пожалуйста. Сирота вызвал мастера на дом. Тот приходит к нему домой и говорит: у вас, кажется, мать сдохла. Ага, блядь. Загадочку я какую-нибудь там не знаю. Могу рассказать загадочку. Пожалуйста. Почему эскимосы строили круглые дома? Почему эскимосы там строили что-то там? А потому что эскимосы любят мороженое. Ну, круглые дома. Потому что они любят мороженое. Эскимо, правильно? Чё? Нет. Ну, тогда не знаю. Спроси вон у этого Маслория. Я не знаю. Давай отвечай тогда. Мы не знаем, мы тупые. Мы чтобы правы. За углом пизды не дали. Я понял. Да, пожалуйста. Знаешь, что такое обратный экзорцизм? Не, не знаю. Это может, когда дьявол просит священника выйти из мальчика. Ты чё, сука, а он что, замутил нас? Да. Это интересно должно быть или смешно? Как это репрессии. Вообще? Деда, давай посмотрим вот другое выступление. Ты чё, долбоёб? Да, пожалуйста. Унимен, коричневая страна тебя ждёт. Вот, пожалуйста, вот, полюбуйтесь. Бля! Истинного фаната сразу видно. Вот, пожалуйста, Бань. Вот, полюбуйтесь. Бань. Деда, анекдот можно рассказать? Ты долбоёб? Дерьмак, на сцену, пожалуйста. Пожалуйста, дерьмак. Да-да. Хоть ты адекватный-то, а? Как у тебя дела? Да. Здравствуй. Нормально, у тебя как, дед, нормально? Хорошо, да. С чем к нам сегодня пожаловал? Да, с анекдотом. Крокодил ходит лежа. Нахуй сцену, пожалуйста. Да, это, вынимай ребра на сцену, да, выходим. Дерьмак, иди отсюда. Не позорься. Вопрос интересный насчет Батуа. Ему сколько лет? Он, наверное, не скрывает, я просто сам не знаю, сколько ему лет сейчас. 36, долбанку. А ему нормально в 36 рэп писать? Какой вопрос? А тебе сколько, скажи мне? Смотри, я ведрон. Мне 20, 21. 21, а тебе нормально 21 вопросы задавать? Да вообще, вполне, да. Тебе вообще нормально в 34 в Майнкрафт играть целый месяц? Я нормально. Ответ я бы задал вопрос. Да, Андера, пожалуйста. Здравствуйте. У меня стихотворение, можно я вспомнить? Да, пожалуйста.
Now this looks like a job for me, so everybody just follow me, cause you need a little camera. Да, он же даже слюной поперхнулся. Это я аппарат, я, это я понимаю. Физика, блин. Физика, не, ну физика Вова, хорошая. Вова, отойди! Хорошая, Вова! Вова, уйди! Вот это ненормально. Человек вкладывает свою душу, свою силу в это все. Он любит свой проект. А вот это вот так вот берут и оскорбляют. Вот это хорошая сцена, хорошая сцена, хорошая. Что ты делаешь? Все, я сфоткал, я сфоткал. Я зафиксировал. Ты что делаешь? Я предпочитаю только владельца BMW. Да уйди ты, эй! Лезешь туда!